Центр города окутан дымом. В районе Пересыпи загорелся камыш. Возгорание произошло возле улицы Атамана Чепеги. Огонь охватил площадь более 1000 квадратных метров. Как выяснилось, рядом с очагом пожара находится газовая труба. На месте работали 6 спасательных бригад. Столб дыма был виден в разных районах города. Поднявшийся ветер засыпал пеплом фонтан и центр. Пожар локализирован в 17:21. Скорее всего, это будет неосторожное обращение с огнем и лесом.